Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня, девчонки, в прошлом году мне посылали эту фотографию несколько человек, и в этом уже несколько человек. Я все думала, что этот жилец кто-то уже связал, ну, наверное, не связал, раз меня просят. Поэтому вяжу я, девчонки, подробно. Значит, листок все приготовила, оставила этот джемпер еще как раз, только отсняла на него экспресс-мастер-класс. Ну, оставила, чтобы спицы не тарахтели, да. Значит, что связала образец спицами 2,5, и мне показалось, что рыхло, и вот спицами 2 миллиметра. Ну, конечно же, объяснять я буду независимо от спиц и от пряжи, поэтому можете заменить любой пряжей любыми спицами. Значит, я буду вязать из вот этой вот Ализе Ангора Реал 40. Так, у нас тут метраж 480 метров в 100 граммах. Цвет у меня 300. То ли это светлая оливка, то ли миндаль, что-то такое. Состав 60% акрил, 40% шерсть. Вот. В одно сложение я вяжу. Если хотите, замените без ангоры, ну, то есть на гладкую какую-то, допустим, суперлана тик без пуха. В общем, смотрите сами. Либо лана голд 800 в два сложения, потому что в одно будет сильно тонко. Значит, я вяжу из этой пряжи. Вяжу спицами, я так думаю, что у меня уйдет 2 мотка, а может, ну, я не думаю, что больше. Если вдруг больше, то я прям сейчас вот напишу, я там буду монтировать, когда уже готово будет. Итак, спицы 2 миллиметра у меня, образец считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 петли, да, еще раз, 5, да, не 12, не 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,5, это значит 23 петли. сантиметров. Вязать мы будем сверху вниз, для того чтобы точно определить, потому что если снизу вверх, можно не попасть вот в эту завязку. Мы будем вязать погоном сверху вниз. Росток делать не будем, потому что здесь свободная, как бы, вот это висящие эти детали, и оно само по себе там устаканится. Не будем испытывать вот незаконченные ряды и издеваться над собой. Значит, что я первым делом? Значит, вот моя плотность вязания. Высоту я не буду мерить, потому что это все уже потом будет примеряться по ходу на себя. Значит, визуально горловина у меня будет. Так, где-то 18 сантиметров. Нет. Она не широкая и не узкая горловина. 17 сантиметров. Вот так и остановимся. То есть в круговую это будет 34 сантиметра. Девчонки, вы измеряете, может, по своему 34 сантиметра джемперу или на 34, так оставлю. Меньше оно в любом случае не будет. Значит, что у меня 23 петли, 10 сантиметров и 34 сантиметра. X петель считаем. 34 умножаем 23. 12. 2, 8, 68, 2, 8, 7. И делим на 10. 78 петель мне нужно набрать. То есть я перемножила, умножила вот эти две. Если вяжете из той же пряжи, что и я, то вот так вот и набирайте, как я набираю. И вяжите. Значит, получается, что я набираю для горловины 78 петель. Горловину буду вязать на круговых спицах, потому что у меня спицы 2 миллиметра, только вот в таком вот виде, и леска при том такая не очень-то гнущаяся, и я не хочу вот это вот перетягивание.
делать перетягивание каната. Поэтому я вот так вот и буду вязать как носок, а потом я это все дело перенесу уже на эти спицы и буду вязать ими, когда разделю. А пока в круговую я буду вязать на носочных спицах. Итак, набираю 78 петель. 3, 4. Но я вот здесь вот уже написала, потом решила, что это же на 4 плохо делится. Я округлила вот 2 петли, они как бы большой роли там не сыграют. Поэтому я набираю 80 петель. И вязать я буду круговыми спицами, пока мы вязать будем сверху. Вязать буду круговыми спицами, вернее, круговые у меня вот длинные. Я не хочу, пока это дело у нас круговую, я буду вязать носочными спицами, вот горловину и сам погон. Росток делать мы не будем, потому что эта вещь, она сама себя подкорректирует. Я вам покажу на манекене, это все у нас получится шикарно. Итак, набираю я 80 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80. Итак, у меня 80 петель. Здесь делаю узелок или не буду. Значит, сейчас я разделяю на 4 спицы. Вы, если в круговую, просто замыкаете в кольцо и вяжете первый ряд резинкой 1 на 1. Я же вяжу, не затягиваем. Первый ряд не надо затягивать. Я вяжу по 20 петель, разделяю на каждую спицу. Девятнадцать, двадцать. Надо было еще одну петлю здесь дополнительную сделать для соединения. Ну, в общем, я не сделала. Что есть, то есть. И еще вам не сказала, девчонки, про цвет пряжи, которым я вяжу. Значит, цвет 300 у меня, это, по-моему, то ли миндаль, то ли, в общем, что-то такое. Я так думаю, миндаль. Вот такой вот зеленоватый он. Да, и забыла сказать, кто в Украине. По ссылочке в видео, под видео в описании, контакты на продавца пряжи. Кто в России, по названию его полно. Ну, и вообще, заменяйте, чем хотите, приблизительно по плотности. Ну, я думаю, это вещь. Хотя, недорогой пряжи. В общем, не знаю. Смотрите сами, девчонки. Примерная толщина. Да, даже и не примерная. Из другой даже, если сделать, тоже будет все отлично. Посчитать можно на любую. Значит, теперь я соединяю свое вязание и сделаю. Так, теперь я соединяю это все вязание и сделаю наш край любимый, нашим любимым способом, красивым. То есть изнаночную петлю я провязываю изнаночной, а лицевую петлю ввожу за работу. Снимаю лицевую петлю и переношу ее сзади, сзаду наперед. Изнаночную обычным, лицевую подхватываю. Кому не видно, что тоненькая пряжа, девчонки, я оставлю тоже под видео в инфобоксе ссылку на этот способ. Он очень простой и очень действенный. Получается красивый край. Вот. И один кружочек. Это всего один ряд. Немного неудобно, но зато потом красиво. Поэтому вяжем один ряд. Видите, какой край получается. Так как это у нас горловина, то нам понятное дело, что желательно этот край сделать красивым. Так, я прохожу все спицы.
тут вот важно, чтобы эти петли растягивались хорошо, потому что у нас там же английская резинка будет, поэтому, и чтобы голова влезла. Такой важный момент на этом этапе. Если берете какие-то, ну, потолще спицы и потолще пряжу, то, конечно, вам будет быстрее и проще. Можно, кстати, резинкой 2 на 2, я думаю, хотя нет, она будет стягиваться и не будет того эффекта. Не надо резинка 2 на 2. Некрасиво будет, нет. Пышной резинкой можно заменить. Ну, это последняя петля, но, конечно, мы потом это все доделаем. Итак, теперь я перехожу на английскую резинку в круговую. Ориентироваться буду на вот этот вот хвост, начало ряда. И первый ряд, первый круг я изнаночную петлю снимаю, лицевую провязываю. Изнаночную снимаю с накидом, лицевую провязываю. Изнаночную снимаю с накидом, лицевую провязываю. Итак, один круг. Так, провязала я кружочек, теперь меняем местами. Теперь мы будем изнаночную провязывать, а лицевую снимать. Так, вот она наша, смотрите, изнаночная с накидом. Ее мы провязываем вместе с накидом изнаночной, а лицевую снимаем с накидом. Изнаночную провязываем. Так вот здесь вот аккуратно, видите, лицевая, она должна быть с накидом. Он так и просится, сбросится, но надо проследить. Последняя у меня спица. Так, ну и начинаем с первого ряда, ну то есть с предыдущего ряда, потому что первый и второй, вот которые резинка и это украшательство, ну оформление края, это не считается, это просто первые два ряда. А здесь вот мы теперь изнаночную снимаем, лицевую провязываем, вот так вот и через. Так, 5 сантиметров, больше я считаю не нужно. Потому что, ну вот, и там у девчоночки в оригинале, которую фотку мне присылали, там у нее подвернуто даже, потому что, ну, в этой модели вот 5 сантиметров и не надо больше, там просто небольшая стоечка. И сейчас что я сделаю? Я эти 80 петель разделю, отделю 9 петель погона. 9 и 9. Ну, вот таким вы либо... Здесь 9-9. Равномерно распределю. И получается у нас 62, 31 здесь и 31 здесь. Каким образом я распределю? Я распределю так, чтобы спицы у меня были вот здесь вот. Заканчивалось. Чтобы на каждую спицу у меня приходились добавления, потому что добавления будут вот здесь вот. И чтобы
это было удобнее максимально, я таким вот образом распределю спицы, ну, этот погон. Значит, вот 4 маркера я подготовила. Что я делаю? Здесь у нас вязание начинается с изнаночной петли. Раз, два, три, 4, 4 петли и цепляем маркер. И теперь со следующей изнаночной я вывязываю 3 петли. Изнаночная, накид, изнаночная. 3 петли сделала. Далее по узору вяжу 31 петлю. Вернее, 30. Здесь же у нас уже одна петля задействована. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Из 31 я вывязываю. А что такое? Что? 4. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 2, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. А чё ж у меня тут? 1, 2, 3, 4, 5. А, ну все правильно, вот уже шмоська. Все правильно, а теперь я делаю то же самое. Раз, два, три и отделяю маркером. Далее у нас 9 петель погона, это у нас здесь 5 и 4 на следующей спице. 2, 3, 4, 5. Так. И здесь 4, 6, 7, 8, 9 маркер. Теперь из этой изнаночной снова 3 петли мы вывязываем. 1, 2, 3. То есть с каждой стороны мы добавляем по 2 петли, так как вывязываем 3. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32. Ну куда? Вот 31 петля, из нее мы ввязываем 3 тоже. Изнаночная, накид и изнаночная. 31 петля, здесь цепляем маркер, и получается у нас здесь 5 петель осталось и 4 у нас с этой стороны. Все, я разделила. Теперь я один ряд вяжу по кругу, по узору просто. Значит, ввязываем в узор эти петли, которые мы добавили. Сейчас я вам все покажу. Так.
половине одного погона у нас меняется узор. Вот видите, здесь у меня вот лицевая, изнаночная, значит, начинаю изнаночная, лицевая, изнаночная, хотя изнаночную уже можно и снять, правильно? Снимаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, то есть полностью по узору я пошла. Ввязываем в узор эти все наши добавления. В одном кругу мы добавляем, во втором кругу мы ввязываем. И так продолжаем, пока погончик там у нас совсем небольшой, девчонки. Не волнуемся, там нам недолго, максимально, ну вот, до 10 сантиметров. По плечику по вашему меряйте. В общем, вот так вот, погон, в общем, погон у нас по 9 петель, 2 погона по сторонам, которые мы отделили вот маркером, видите, по сторонам от погона мы добавляем петли через ряд, в одном ряду мы их ввязываем в узор, а в другом ряду мы их добавляем. Вот, вот сейчас, я, в данный момент я их ввязываю в узор. Изнаночную сняла, то есть по узору я сейчас снимаю изнаночной, я и эти 3 петли распределила так, чтобы оно вписалось в узор. Так, вот я круг дохожу, и потом снова буду добавлять. Добавляем, пока у нас не свяжется длина погона, и пока у нас, в принципе-то, вот здесь, вот, в тех местах, где мы добавляем, мы не достигнем ширины желаемого нами жилета. Я так предполагаю, у меня это будет, пока не знаю, сейчас посмотрю, сейчас измерю на себе приблизительно. 38 сантиметров, а 38 сантиметров по плотности, давайте сейчас прям и посчитаем, сколько нам нужно добавлять. 38 сантиметров, это мы не знаем, 10 сантиметров, это 23 петли, 38 на 23, 38 на 23, 9, 11, 7, 4, 7, 8, 87 и 4, то есть и 874 и делим на 10, все по той же формуле, 87 петель пока у меня не будет здесь, так как у меня здесь 31, минус 31, сейчас мы посчитаем, поняли, да, я посчитала, сколько у меня должно быть петель в финале. Это 87, сейчас у меня 31, ну это до, во время распределения, отнимаю эту 31, здесь 6, 6,5, 56 петель, и в каждом ряду у нас добавляется по 4 петли, то есть всего 56 петель нам нужно добавить, разделить на 4, потому что через ряд, да, получается, 4 минус 1, ой, минус 4, это 1, 14 раз, то есть 28 кругов нам все-таки всего нужно провязать, то есть 14 раз мы будем делать добавление, это на это ориентируйтесь, точно так же посчитайте на свое число, если меняете, если не меняете, то пользуйтесь этими цифрами, то есть вот этих вот добавлений у нас будет 14 раз по 2 петли, а всего 28 рядов, потому что один мы вяжем холостой, здесь 14 по 2 петли, здесь 14 по 2 петли и здесь 14 по 2 петли. Все, так и на том и порешили. Я вяжу сейчас, сейчас довязываю вот этот второй ряд до конца. Ой, тут снимаю и делаю следующее добавление. Вот когда у меня будет 87 петель, я останавливаюсь и разделяю на переднюю деталь и заднюю деталь.
Так, здесь тоже увязываем в узор. Далее у нас, смотрите, конец цикла. То есть у нас вот здесь вот начинается цикл. Здесь у нас уже пошли, мы провязали этот реглан. Начинается новый ряд. Здесь мы начинаем добавление уже по кругу, пока не закончим. Вот всегда я ориентируюсь на эту. Вы можете отметить другого цвета маркером, чтобы не путаться. Это уже следующий ряд. Тут уже мы лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Здесь первая изнаночная, из нее мы делаем 3. Раз, два, три, как всегда. Далее вяжем по узору. Эту снимаем, эту изнаночную провязываем. Все по узору. Формируется. Нет, должны затянуться дырочки, девчонки. Ну, нет, так нет, увидим. И так далее. И так я продолжаю, пока я не добавлю, не сделаю 14 раз эти добавления. Так, вот, девчонки, я добавила. Видите, вот это все мои, не хочу растягивать, потому что, чтобы не слетело. Вот мои добавленные петли все. 14 раз я добавила, вот когда оно все пройдет ВТО, оно все здесь выровняется. Так, теперь я перехожу, уже больше добавлять мне не нужно. Я перехожу на круговые спицы, соединю сейчас это все. И закрою петли погона. Так, вот это у меня будет кромочная. Я подошла к погону. Смотрите, последняя петля из вот этой вот части центральная. Я ее провязываю изнаночной. И теперь вот эти 9 петель я закрываю петли погона. 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Так, здесь вяжем по узору. Смотрите, здесь просто этим плечом мы разделили наперед и спинку, и теперь еще второе плечо, и у нас разделится вязание. Сейчас мы будем вязать переднюю деталь без изменений, без ничего, просто мы сейчас вот отделяем ее, и потом будем вязать. И что? И закроем петли. Начинаю я, девчонки, потихоньку любить 5 спиц. Мне ими удобнее, вот, допустим, вязать рукав. Я, кстати, склоняюсь к тому, что есть там на Алиэкспресс именно таких деревянные, мне не понравились. У меня были деревянные спицы.
Вот. А вот железные, склоняюсь к тому, так, последняя петля изнаночная. Подскажите, болтаю. И закрываем мой второй, второй погон. Сейчас да расскажу. Подождите, сейчас закроем эти 9 петель, значит. Раз. Два. Три. Четыре. И 9. Так, второе плечко я закрыла, вот оно напротив. Сейчас провяжем еще эти петли с этой спицы, и я покажу вам. Значит, что да рассказываю, что хотела сказать, что с тех пор, как начала стараться вязать как бы все цельное, без швов, то рукава мне проще вязать на 5 спицах, чем на круговых. Вот правда. Это я к этому пришла. И на 5 спицах, если они вот такие вот длинные, мне удобнее в круговую и шапку даже вязать. Я и шапку вязала на 5. Кстати, эту шапку, девчонки, у меня есть попетельный мастер-класс, но я его еще не смонтировала. Как я могла? Ну ладно. Значит, и я, скорее всего, что я эти спицы, я видела там набор на Алиэкспресс, и меня именно, чтобы все размеры там были, именно этих 5 спиц. И я думаю, я их закажу, чтобы вязать именно рукав. Не нравится мне вязать рукав на круговых спицах. Больше нравится на этих. Так, итак, смотрим, что у нас здесь получилось. Вот она, наша заготовка. Отделена, вот наши погоны, плечики, да, отделена передняя и задняя деталь. Вот мы сейчас находимся на одной из них. Они совершенно одинаковые. Мы сделаем, значит, сейчас мы вяжем вот эту вот половинку, одну из них. Вот она. Росток не делали. Сделаем азиатский, ну, как бы имитацию азиатского ростка. Вот, а эту сейчас половиночку вяжем без изменений, ровно, вот на нужную длину передней детали, как вы хотите, это вы знаете, сколько вы хотите. Так, все, эти петли я оставляю, вот смотрите, вот эти вот, а вяжу только вот эти. И вяжу вниз, вяжу себе припевающим. Так, довязала я, девчонки, первый клубок. Вот. Тра-та-там. Сколько у меня здесь сантиметров, сейчас приблизительно вам скажу. От плеча 40-48 сантиметров. Вот, и сейчас я все петли закрою. Для этого один ряд провяжу просто. Вот. Так, для этого смотрите, не затягивайте здесь. Я буду закрывать по узору, то есть провязывать петли по узору и кромочную петлю последнюю одевать, первую одевать на вторую. Но при этом, девчонки, не очень затягиваем, чтобы край у нас был эластичным. Закрыла я петли, теперь беру второй клубок, потому что этот у меня, девчонки, вот закончился.
Вот все, что у меня осталось. Ну, я его оставлю, конечно же, чтобы у меня не было дырок. Ну, то есть вязать буду сейчас от второго клубка. Значит, здесь, здесь, здесь. Вот теперь там у меня была перевернута. То есть тут важно начать правильном ряду, чтобы провязывать лицевую, потому что мне пришлось вязать обратно, ну, начинать с изнаночной. Вот он, лицевой ряд, то есть вязать, провязывать изнаночную, а лицевую с ним. Так, вот моя деталька. Теперь я вяжу вторую половинку, и это будет спинка. Смотрите внимательно, чтобы у вас провязывалась лицевая, потому что там я вот этот факт не учла, и у меня пришлось всю вот эту деталь изнаночную провязывать, а лицевую снимать. Так, лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Теперь я вяжу эту спиночку. Здесь мы будем добавлять петли, так что пока вяжем спинку, ну, ровненько, потом я скажу, как я буду делать добавление, и вы тоже. Так, провязала я 18 рядов, и в 19 ряду я буду делать добавление вот таким вот образом. То есть вот эту первую петлю лицевой я провязываю, и из нее же делаю дополнительную петлю и вписываю ее в узор слева от меня, в основной узор. То есть здесь у меня изнаночная, значит, я ее провязываю лицевой. И дальше вяжу по узору до конца ряда. Так, здесь я подошла, 2 петли у меня остались. Я из лицевой тоже делаю лицевую и провязываю лицевую. То есть петлю добавляем за 2 петли до конца ряда и через 2 петли от начала ряда в 19 ряду. Вот, смотрите, так. Итак, девчонки, смотрите, если мы одеваем вот, видите, у нас передняя деталь ушла вперед, и вот за счет корректировки задней детали мы формируем как бы вот это углубление. То есть в этой модели это очень удобно, и это получается само собой. Теперь вот смотрите, вот у меня линия талии, и вот это у меня находится вот где-то 10 сантиметров, вот пояс должен быть вот здесь вот. И вот сейчас я начинаю добавлять петли на вот этот вот пояс, на эту завязку. Вот она моя талия, если смотреть. То есть не довязывая 10 сантиметров до талии. То есть вы должны вязать, вот прибавляя эти по одной петелечке, для чего? Чтобы здесь у нас был захват, как бы, чтобы спинку облегала хорошо. Ну, а сейчас я просто... Вот у меня здесь вот так вот это выглядит, и мне нужно сантиметров 20 добавить для пояса сейчас. Итак, что у меня получается здесь? Вот смотрите, здесь я добавила петли, и вот так вот, если вот сформировать горловину, вот эту, кстати, вот эта часть мне очень не нравится, эта часть, я ее как-то буду корректировать, скорее всего, что с изнанки я это все уплотню, вот так вот иголочкой зафиксирую, но, в общем, это все еще в процессе. Тут просто сложность в том, в погоне и в этом узоре, это очень, мне не хотелось сильно, как бы, вот эту часть делать, ну, углубление. Ну, то есть добавлять меньше петель. Ну, в общем, не буду объяснять, не буду заморачивать вас.
В общем, сейчас что я делаю? Я сейчас, вот если вот так вот посмотреть, мне не хватает сантиметров 20 с каждой стороны. Мне нужно добавить 20 сантиметров с каждой стороны. Значит, здесь у нас мои расчеты перед этим. 23 петли в 10 сантиметрах. В 20 сантиметрах это будет 46 петель. Но я думаю, это много, девчонки. 15, давайте возьмем. Я добавлю вот визуально 30 петель. Сейчас я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15. Вот 15. Здесь 15. Да, я добавлю по 30 петель с каждой стороны. И буду добавлять, девчонки, по 3 петли с обеих сторон. Каким образом, сейчас я вам покажу. Так, ну тут визуально сейчас приблизительные размеры, как бы я промерю. 31 петля, но это же не 31 петля, это, ну в общем, от, давайте, от погона я измерю 29 петель, это ориентировочно, вот. Тут нужно мерить только на себя. И теперь смотрите, сколько я добавила здесь петель. Я добавила 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель я добавила с каждой стороны. И теперь я буду добавлять по 3 петли. 10 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такой вот скос. Я думаю, это мало. Я буду добавлять по 2 петли. 15 раз. Вот таким вот образом. Две дополнительные петли, все равно оно у нас будет обвязываться. Ввязываем их в узор. Сейчас у меня должна быть лицевая. То есть в конце каждого ряда я вот так вот буду добавлять по 2 петли, пока не добавлю по 30 с каждой стороны. Все время в этом жилете нужно вот переднюю деталь, вы можете связать произвольно, только измерить ее длину, а далее все нужно на себя, чтобы тут важный момент именно попасть, чтобы эта завязка, она точно должна быть на талии, потому что потом это все испорченная вещь, вы уже только перевязывать, там уже никак подкорректировать не получится. Так, довязала до конца ряда, и в конце ряда тоже добавляю 2 петли, вот так вот. И в конце каждого ряда, пока 30 и 30 я не добавлю. Вот смотрите, вот такой вот скос у меня получился, они глубокие, 5 сантиметров где-то, и вот на этом этапе вы можете померить как бы по талии, если у вас тут все нормально. Вот смотрите, у меня, сейчас я померю. Это 35 сантиметров, ну если так приблизительно 35 сантиметров, плюс тут еще обвязка будет, она даст стабильность, устойчивости. Ну и сейчас я вяжу где-то сантиметров 5 вверх без добавления и убавления, вот ровненько сейчас. Так, девчоночки. Итак, провязала я ровно, и теперь я буду сокращать петли. Сокращать вот здесь, вот я добавляла по 2, а сокращать буду по 3, чтобы скос был
Или, вы знаете, буду сокращать по 2, точно так же, как добавляла. Да. Да. По 2 петли буду сокращать. Нет. Нет, по 3. Короче, в общем, по 3 петли, девчонки, буду теперь закрывать с начала каждого ряда, в начале ряда. Раз. Два. Три. И вяжу ряд до конца. В общем, в начале каждого ряда. Давайте не буду вас мучить, чтобы закрывали, сокращались петли здесь и, соответственно, здесь, с другой стороны. Так, девчонки, вот смотрите, что у нас на этом этапе. Видите, вот здесь вот у меня уходит ближе к переду, то есть это так называемый азиатский росток, да, то есть мы не делали росток, мы его сделали перемещение. В этой модели это очень удобно. Вот видите, где у меня вот этот погон. Что еще хочу с этим погоном, девчонки, это нюанс именно этого узора. Вот, смотрите, я как бы вот, интуитивно мне хочется вот здесь вот так вот прихватить. И тогда оно сидит намного лучше. Это я и сделаю, вам покажу. То есть вот здесь вот я просто так вот соединю основные детали, а погон у меня сойдет на нет. Я думаю, это решит мою, как бы, мое такое нехорошее, чуть-чуть такое нехорошее ощущение от этого всего, и оно выровняет, да? Так, далее, что хочу сказать. Далее мы вот меряем на себя. На этом этапе мы все меряем на себя, вот пробуем этот поясочек, и здесь определяем длину. Я, конечно же, схему вам все нарисую, где какая, ну, что сколько я вязала. Вот, видите, у меня где-то на пару сантиметров спинка длиннее. Больше я не хочу почему-то. Не знаю, может неправильно я делаю. Мне нравится вот так вот, чтобы это было как бы слегка, немного, вот. То есть вы можете больше эту разницу сделать, это уже на ваше усмотрение. Вот. И теперь я все петли закрываю. Закрываю эластичным способом. Думала, я хотела закрыть с этим шнуром айкорд, но я им только обвяжу, то есть петлю провязываю и одеваю предыдущую. Провязываю по узору и одеваю предыдущую. Вот, говорила я про шнур айкорд. Все-таки я только им как бы сделаю бока, а низ я оставлю так. Почему-то мне так хочется. Не знаю, вы можете, конечно, здесь этот шнур тоже применить, если вы считаете, что это нужно доделать со шнуром. Так, я закрываю все петли и сразу же начну обвязывать. Так, вот я уже дозакрываю до конца, девчонки, и начну прямо отсюда обвязку, чтобы не прерывать нить. Это все дело сейчас будем обвязывать. Так, последнюю петлю я оставляю, круговые спицы мне уже не нужны. Я беру 2 носочные спицы, вот, и добираю еще 2 петли. Раз, два, три. Из 4 петель у нас будет шнур. Значит, и провязываю эти петли. Раз, два. Здесь последнюю петлю цепляем за кромочную, вернее, сейчас покажу снова, провязываем вместе с кромочной, передвигаем
и провязываем снова ряд. Раз, два, три. Второй ряд мы вяжем без цепляний. Нечетный ряд мы цепляем, четный ряд мы просто провязываем. Раз, два, три. Четвертую петлю переснимаем на правую спицу, ищем кромочную, следующую, обязательно следующую, чтобы не подцепили одну и ту же, и провязываем последнюю петлю, одеваем на левую спицу, возвращаем с правой спицы петлю и провязываем лицевой. Теперь ряд холостой. Раз, два, три, четыре. В этом ряду цепляем, то есть через ряд. Раз, два, три, снимаем, поднимаем. Так, это крома, видите, я подняла ту, которую, за которую уцепилась. Следующую. Так, и вот таким вот образом этот шнурочек будет передвигаться. Так, девчонки, изменения у нас, потому что провязала я, пробовала несколько, видите, у меня даже здесь узел образовался, несколько раз провязала разными способами, пыталась, вот как я вам показала, потом через раз пропускать, как бы присоединение, нет, все неправильно, потому что при этой вязке, я это все, конечно же, обработаю, только в каждую кромочную, только так. Потому что оно получается потом, видите, здесь край такой расхлябанный. И для того, чтобы его как бы сделать таким, как бы в форме, да, нужно в каждую кромочную. Вот я несколько вариантов попробовала. И вам теперь четко говорю, что нужно присоединять каждую кромочную. Вот тогда, тем более, что вот этот шнур райкорд, он расходится, вот эта ниточка, которая у нас в протяжке, и как бы петельки немножечко увеличиваются. Поэтому, девчонки, только в каждую петлю вот таким вот образом, не делаем холостых рядов. Здесь мы плавно переходим на завязку, видите? Там мы будем тоже здесь в каждый ряд, а там будем в каждую петлю вязать. Сейчас я все вам показываю. Так, здесь вот смотрите, вот она одна петля, ее я поддеваю и за нее присоединяю. Далее это будет изнаночная или нет? Нет, тут будет как раз, тут так как раз будет из каждой петли, наверное, два ряда, потому что это ж английская вам резинка, не просто так. Так, значит, вот лицевая я подняла и изнаночная. Так, сейчас посмотрим. Так, значит, лицевую я подняла из лицевой и рядом. Сейчас определим. Я так думаю, что из каждой петли у нас здесь должно быть два поднятия. Вот теперь изнаночная петля. Видите, за саму петлю я присоединила. Да, и здесь вот после петли один раз. Проверяйте визуально.
Так, теперь лицевая петля. И вот рядышком с ней. Все-таки из одной петли, в общем, два раза из каждой петли, на одну петлю, скажем так, приходится два ряда. То есть два раза мы цепляем. Вот тогда оно вот хорошо как бы соответствует, да, естественно ложится. Так, и тут, девчонки, изменения. В общем, один ряд на одну петлю. Все, и здесь не все так просто, поэтому я все испытала, теперь вам доношу, что все-таки каждый, я вот оставила пару петель, чтобы вам показать. Поэтому, девчоночки, вот так вот. Потому что нам, почему? Потому что тоже тут у нас какая-то должна быть фиксация, потому что английская резинка, она имеет свойство в ширину растягиваться до бесконечности, а нам нужно, чтобы этот поясок что-то держало, поэтому пусть держит этот шнур. Значит, вот у меня было прицепление за лицевую, теперь за изнаночную. Вот. Вот теперь у меня лицевая, и последняя будет кромочная. То есть одна петля, одно крепление. Так, и вот последние, девчонки. И здесь вот, если у вас есть булавочки, ну, шпильки обычные, да, оставьте эти петли на шпильке. Я их закрою. Возможно, их потом распущу. Я сейчас их возьму свободненько, закрою. Потом для вот этой завязки я их распущу, скорее всего. Вот. А пока я их оставлю вот в таком вот виде. Пусть они у меня здесь будут. Вот такой вот краешек. Теперь мы переходим вот сюда. Вот одну петлю я поднимаю отсюда. Сейчас подождите, мне же нужно привязать ниточку. Вот видите, я вам покажу, что вот эта часть, она будет держать эту завязку, и здесь тоже, и оно будет такое, ну, устойчивое, скажем так. А если вязать по две петли, то оно бы тянулось вместе с этим. Зачем нам это? Нам нужно, чтобы в талии это все дело стянулось, правильно? Поэтому вот такие вот изменения. Значит, привязываю я нить, одну петлю вытаскиваю отсюда, а три добираю. Раз, два, всего 4 петли, и делаю то же самое теперь сюда. Значит, первый ряд просто провяжу, а со второго ряда начну с присоединения. 3 петли провязываю лицевой, четвертую присоединяю к петле. Здесь у нас петля, вот она лицевая. Я стараюсь брать за одну ниточку, чтобы не было там некрасивого соединения. Провязываю вместе. Так, теперь изнаночная. Вот она. Провязываю вместе. Лицевая. Вот так вот продолжаю. Так, вот теперь я продвигаюсь вот так вот и сюда по кромочной, в каждую кромочную аж до плеча. Здесь мы с вами встретимся. Так, вот я провязала уже прям до верху, девчонки.
Смотрите, вот здесь вот я. Что я здесь хочу сделать? Я пока что просто стяну вот это вот место и соединю вот эти вот две части. Мне кажется, оно вот, если я вот соединю вот так вот, хорошо плечико, это потом уляжется. Возможно, нет. Возможно, я сейчас и распущу это все дело. Я довяжу, конечно, потом померяю, а потом решу. Так, значит, вот у меня иголочка с ниткой. Я беру, вот смотрите, петли спинки, петли переда, я так вот соединяю. Так, а вот эту вот часть я просто пройдусь такими стежками, стяну. И она должна улечься. Сейчас все посмотрим. Вот видите, так. Смотрите, уже насколько лучше выглядит вот это вот плечо. Да, мне кажется, я не ошиблась. Вот как-то эта вязка, хотя очень хочется ее, конечно же, связать погон, еще может вот здесь вот пройтись бы, но оно некрасиво просто. Сколько я уже пробовала, все там какой-то хаос непонятный. Да, так выглядит лучше намного. Поэтому я пока иглу здесь оставлю, потом пройдусь все вот эти плечевые швы. О, что ж ты делаешь? Да ладно. Иглой. С вами сейчас мы вяжем. Смотрите, что я буду делать. Значит, я это место просто проскочу и перейду на, на переднюю деталь. Вот я убедилась уже, что в каждую кромочную все получается идеально, не нужно никаких экспериментов. Так, вот последний зацеп перед стыком. Теперь я уже буду на передние детали присоединять со следующего ряда. Все, забываю вот эту первую петлю провязать. Я уже на передние детали и вяжу дальше переднюю деталь. Так, довязала я, девчонки, вторую сторону. Вот оно у меня все одинаково. Хочу показать вам этот краешек, потому что там я не показала. В общем, закрываю, провязываю 2 петли и первую одеваю на вторую. Да что ж такое. Так, теперь, девчонки, так вот, вот у меня еще тут узелок с лицевой стороны, вот эти вот завяз. Подождите, теперь мне нужно определить, где у меня передняя деталь. Вот, и на правой, на левой у нас будет железка, а на правой мы набираем завязку. Итак,
Значит, начиная отсюда. Здесь, кстати, можно распустить вот эти вот петли. И набрать 4 здесь, 4 там. Так, раз, два, три. Вот она, четвертая. Теперь я нить привяжу вот сюда, за эту вот. И с каждой кромочной доберу петли. Я хотела распустить, здесь не получится распустить, здесь набранный край. Значит, я здесь добираю просто петли. 2. Три. 4. Вот, и теперь я эти петли вяжу резинкой 1 на 1. Поясочек делаю себе из них и вяжу. Немного, вот максимально, я так думаю, сантиметров 30. Ну, свяжу вам, точно скажу. Это я так пока предварительно вижу. А далее увижу и скажу вам. Он, конечно, стянется, что нам и нужно. Чего мы, да, я во всяком случае добиваюсь. Спицы 2 миллиметра, те, которыми я вязала, и вяжу резинкой 1 на 1 поясочек. Итак, провязала я этот поясок, сколько у меня сантиметрах, 25 сантиметров. Я не знаю. Ну, можно, конечно, длиннее, но почему-то я так визуально прикинула, чтобы он и не висел сильно, ну и не торчал. В общем, так. Значит, и набрала я с этой стороны еще и провязала, наверное, сантиметра 2 или 3. 3, наверное. То же самое. А сколько петель, я вам сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 петель у меня здесь было на это. В общем, так, где у меня здесь изнанка? Вот изнанка. Значит, что я сейчас делаю? 3 сантиметра провязала, 20 петель набрала. Я думаю, я не... Можно сделать здесь кольца круглые, но вы знаете, я нашла квадратные, почему-то решила, что квадратные будет оригинальнее. Не уверена, но почему-то мне так кажется. Что я делаю? Я их одеваю, вот, продеваю сюда. Ну, то есть вот эту заготовочку. Вот. И сейчас вот эту нить оторву, продену в иглу и просто открытые петли зашью там. И все. И закреплю вот эту вот штучку. Еще одну интересную вещь сделала. Сейчас вам покажу обязательно. Потому что я думаю, это нужно сделать. Не нравилось мне плечо, совсем не нравилось. Вот. Я вот так вот одела, загибаю и подшиваю открытые петли, подшиваю. Сюда на изнанку. Вот, чтобы зафиксировать эту. Можно каждую петлю прошить 2 раза. Вот. И сейчас я просто это все дело постираю, потому что вот почему-то именно вот эта Ангора Реал 40, она мне нравится после стирки. Я не знаю, как у вас, как вы ее обрабатываете, именно эту пряжу. Мне она кажется мягче, ровнее. О, свет у меня улучшился. Лампа моя умирает. Так,
И именно нравится, когда именно постираешь ее. Тогда она мягче, ровнее такая, пушистенькая, нежненькая. Поэтому я сейчас постираю, разложу на полотенчика, высушу, и потом я вам промерю свои размеры. Ну, тут, в принципе-то, в любом случае вы будете мерить на свои размеры, да? Ну, так, ориентировочно вам промерю и пропишу, что там у вас. Слышите меня? Я, если все вот эти свои оговорки вырезала, да потом склеила видео из этого всего, вы бы умерли со смеху, что я бывает говорю, сама того не понимая. Вот. А потом монтирую, думаю, господи, где были твои мозги? Есть. Вот, смотрите, вот такая вот застежечка у меня. Так, и сейчас я вам покажу, что я сделала все-таки с этим плечом, девчонки. Его нормально, как раньше наши бабушки штопали. Я его заштопала, и оно мне понравилось. Вот правда, еще там не доштопала. Ну, я так прикинула приблизительно. Думаю, что если я это все дело зафиксирую. Итак, вот. Все, больше ничего не делаем. Здесь у меня будет потом поясочек вот так вот застегиваться. Ну и в принципе-то и все. Здесь вот, да. Ну и что? Я застегнула наизнанку и уже испугалась. Смотрите, что. Ладно, я это еще постираю, разложу. Потом это все вам на манекене еще покажу, расскажу. И на себе покажу. Сейчас мы пока не об этом. Сейчас у нас по плану плечо. Итак, вот смотрите, что я сделала. Сейчас я вам это все покажу на втором плече. Что я провела, какую манипуляцию. Получилось у меня вот такое вот устойчивое, плотненькое плечико, которое хорошо держит форму. И мне оно понравилось. Вот и вот эта обвязка здесь в тему, и чуть оно так краешку идет приспущено. Вот сейчас оно мне действительно нравится, девчонки, еще чуть-чуть, я все тут еще подкорректирую. И на вот этом втором показываю, что я делаю. Вот когда я стянула эту как бы пимпочку, ну, эту пяточку, так скажем, я потом думаю, сейчас я возьму и пройдусь по вот этому, как бы, где у меня вот эти добавления, да, я так вот взяла их и прошлась. Дальше мне показалось мало. Сейчас я пройдусь до конца и вам покажу, что я делала. То есть сейчас я просто вот прохожусь там, где у меня эти дополнительные петли, ну, где я набирала петли, и я их фиксирую за вот эту вот полосу лицевой глади. Так, дальше перехожу, вот эта полоса лицевая, и я ее фиксирую теперь за следующую лицевую, а эта изнаночная, она уходит на лицо, и там она будет выпуклая, то есть я соединяю лицевые, ряд лицевых, ну, он не ряд, одна петля получается, дорожка из лицевой петли. Вот, дошла я до этого пятачка, теперь я вот эту соединяю со следующей, и вот так вот туда-сюда я соединила как бы все лицевые дорожки вот эти вот, а изнаночные ушли у меня на ту сторону, вот как-то же нужно выходить из положения, тем самым я укрепила это плечо,
оно у меня стабильно, оно держит, будет держать этот жилет, оно нигде не будет обвисать, вот, и оно будет выполнять функцию стабилизатора, то есть на нем будет держаться весь жилет. А если бы мы этого не сделали, то это плечо и дальше бы вытягивалось и вытягивалось, что нам совсем не нужно, правильно? Я так думаю, что правильно. Смотрите, сейчас вам покажу, что здесь получается. Видите, вот эти вот пару здесь еще не соединились, а вот здесь вот уже они соединены и вот так вот плотненько, хорошенечко держатся. Вот. В среду я сделаю себе фотосессию, сфотографирую его на себе. Сфотографирую, что я еще что-то хотела сфотографировать. Я хотела сфотографировать вот этот мужской, который я себе вязала на прогулке. Мне уже нужно его выгулять. Наверное, я его завтра даже и выгуляю. Так, и последний ряд. Вот видите, вот эти дополнительные петли я присоединю к этому, как бы, к этому последнему лицевому ряду, и все, и у меня получается плотненькое красивое плечо. Вот из расхлябанной фигни мы сделаем красивое плечо, и пусть оно тут будет заштопанным, все равно по итогу получится все очень красиво. Потому что и мне сейчас уже дошло, девчонки, что там в оригинале там немного сделано по-другому. Там не погон, совершенно не погон. Там связаны вот так две полоски и по краю набраны петли. Вот я уже знаю, я что-то свяжу именно таким способом, чтобы его разобрать. Но это мне дошло потом. Вот. И я связала его именно таким вот образом. Вот. А потом мне дошло. Но я обязательно тот способ использую. Смотрите. Вот такое вот плечо красивое получается. Еще оно постирается. Вообще все красиво уляжется. И я думаю, что мы проблемку решили. Все, я стираю. Потом покажу вам результат, девчоночки. Так, девчули, вот он мой результатик. Смотрим. Вот такая вещичка у меня получилась. По вашим просьбам, давно просили, еще с прошлого года. Погон у меня индивидуальный под названием Вика. Все увидите в видео, девчоночки. Все есть в видео, все смотрим, вяжем на любой размер, какой хотим. В общем, вот так вот. Здесь вот не смотрите, эта рубашка выделяется, это не то, что вы подумали. Если здесь гольфик одеть или футболочку, то все будет ровненько. Вот такая вот у нас вещица. Давным-давно просибельная. Все, девчоночки, я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. В конце сейчас покажу фотографии на себе.